В условиях экономического кризиса регулирование цен на социально значимые продукты в зоне особого внимания правительства. Различные ведомства регулярно ведут мониторинг, определяя ценовые колебания. По данным Чувашстата, изменения на этой неделе есть на многие категории товаров и услуг. Снизились цены на овощи. Средняя стоимость моркови упала на 15%, картофеля на 12%, томатов на 10% и капуста на 6%. Исключением являются огурцы. На них цены повысились, но всего лишь на 1%. Эксперты отмечают, выращен новый урожай. Также незначительно снизились цены на хлеб, соль, сливочное масло, рыбу мороженую, сметану и конфеты. Замечено повышение цен на рис, свинину, молоко на 2%. В перечне контролируемых товаров – топливо. Цены на бензин в разных районах. В регионах и городах республики выросли в пределах 1-3%. На дизельное топливо рост незначительный. За последние 7 месяцев изменились денежные доходы населения. В среднем за месяц на одного жителя республики приходится денежный доход 17 668 рублей. Это на 14% больше, чем на тот же период прошлого года. По-прежнему основная часть расходов населения приходится на потребительские нужды.